Сегодня будет тепло. Доброе утро. Собираемся. Бонь, давай проверяй рюкзак. Все ли она взяла? Мама, запасную штану взяла. Правильно, запасную штану бери. Запасную шапку возьми. Да, шапку возьми. Бонечка, я тебе вчера ночью выгуливала? Ты почему накакала в туалете? Ты почему так делаешь? Покушать что ты взяла? А я еще ничего не брала. Пошли. Нужно будет. Конечно, еще нужно взять. Это мало. Нужно два ланчбокса. Либо один большой. Давай, пойдем. Или тост лучше сделай, нет? Вот такой вот возьмет. Такую вот булочку. Здесь клубничка. И сейчас она будет себе делать бутерброды горячие. Без сыра? Сыра. Сначала пусть остынут, потом, а то запотеет там все. Какие перчатки? Я тебе не знаю, у меня только вот такие перчатки. Черные тебе дать? Да. Но нет черных. Перчатки ей. Вот такие только папины есть. Вот такие. Я не знаю, у меня нет других. Ну вот такие есть. Нет. А какие тебе надо? Простые тряпочные? Нет у меня. I'm sorry. Носочки давай. Yeah. Ну или вот такие. Марго. А что тебе не нравится? Чего смешного? Ну нет у меня один, одна перчатка только. Ой. Смотри. Собирай сумку. Монетка. Ну, всего лишь пять рапов. Да. Как много. Мама! Она забрала перчатку? Привет. Тебе ее порвет. Мама! Поменяйся, Бонь. Она не хочет. Ей нравится. Ей нравится больше перчатка. Мама! Так, носки надевай, Каролина. Ой, я забыла. Вот видите, она уже носки потеряла. Она уже потеряла носки. Буквально прошло несколько минут. О, видишь, нашла. Все, готово. Нормально, Маргарита, тебе сейчас доехать и будете там это... Вы же в поход идете. А, мне маска нужна. Маска? Да. Точно. А, да. В автобусах еще в масках. Перчатки зачем там тепло? Куртку застегивай. Пока. Давай, удачи тебе. Телефон есть? Есть. Все, пока. Удачи. Пока-пока. Если что, пиши. Да. Все, сегодня пятница, завтра выходной, наконец-то. Суббота, воскресенье, выходной. Кстати, скорее всего, у нас все-таки будет в этом году карнавал, которого 2 года все не было, отменяли. Раз сейчас отменили масочный режим, все везде открыто, мне кажется, что мы в этом году пойдем на карнавал. 28 февраля будет карнавал. Обязательно вам тоже поснимаем. Ну что, я, как всегда, пришла домой, всех проводила и буду сейчас работать, монтировать блок. Здрасте. Вот это ты даешь. Ничего себе он прыгнул. Посмотрите. Первый раз я это вижу, чтобы он запрыгивал сюда. Скоро, мне кажется, он будет уже сюда запрыгивать. Но я не знала, что ты уже прыгаешь так высоко. Вырос. Значит, вырос уже. Котя. Вот это да. Ну все, теперь нужно здесь все прятать. Я раньше здесь еду оставляла спокойно. Все, теперь нужно все убирать. Ну, конечно, да, давай. Потоптаться нужно. По кнопочкам. Понажимать, что потом что-нибудь мне настроит, и я не смогу обратно все сделать. Так, ладно. Компьютер зарядился, поэтому можно спокойно идти на диванчик и монтировать. А ты сиди тут. Макс уже пришел. Обычно у нас Ксюша первая приходит, сегодня Макс пришел первый. А Ксюня где? Ксюня еще в школе. Еще в школе? Так, а время сколько, что Каролина еще не приехала? А, сейчас только в 11:55 автобус подъезжает. Филипп Филиппович, вам удобно там? А? У вас еда есть? Филипп, кушайте, пожалуйста. Включи компьютер, посмотрим. Нет, 100%. Да? Ты так думаешь? Да. А вдруг есть? Я знала. Водичку пьет лежа даже. Бедный, устал. Пиццу сделаю сейчас с сосисками. Еще чуть-чуть сырком.
соечек насыплю и все. Так, все. Пусть готовится. Филька бумажки раскидывает. Мешают они ему на столе. Надо раскидать. Трансляции нет? Трансляции нет? Нету. На Ютубе посмотри, что делать, если заблокировали трансляцию. Не знаю, мама, я не знаю. Ну, поищи в поисковике. Пицца готова. Где нож? Не до конца разрезала. Нож уже тупой. Быстренько. Ты на улице? Мы тут с Филей вышли погулять. Солнышке погреться. Филюш, он не убежит? Убежит. Ты куда собрался? Домашний кот. Воздухом подышать, да? Нет, я боюсь. Слушай, я боюсь. Осторожно. Нужно шлейку купить. Давай сегодня поедем купить. Мне все равно надо для школы купить это. Шлейку надо. Вон туда, вон лучше подойди. А что? О! Давай сегодня поедем купим. Надо на травку выгуливать. Он не понимает, где он находится. Птички! Вот это вот опасно, когда птички. Он может увидеть одну птичку и убежать за ней. У нас сегодня тепло, ребят. Сейчас посмотрим, сколько градусов. 14 градусов тепла. Погреться немножко на солнышке. Позагорать. Мне написала Маргарита, она уже скоро приедет. Они уже закончили свой поход и ждут поезд. Расскажет нам, куда они там ходили, гуляли. Ксюша хочет открыть сундуки в Brawl Stars. Вот. И показать, что ей попадет. Сначала маленький. Ничего. А сколько? Большой? 5. Нет. Это маленький? Угу. Нет, это маленький, ну это обычный, да. Нет, не думаю, что нет. Еще один. Может быть. Нет. Тут теперь мега ящик. Ничего. Ничего? Как так? 5 ящиков и ничего не попалось. Не знаю. Обидно. Заточки еще. Смотри, у меня этот новый Бранер попался где-то неделю назад. Вау. Мистер Пи. Угу. У меня 39 из 54. Угу. Это тоже у меня есть. Угу. Эти у меня есть. Теперь у меня есть магнитки, я могу какого-то прокачать на 8. Угу. Вечная проблема моя. Что готовить? Жарю овощи. Кто-то будет с овощами, а кто-то будет просто со сливочным соусом. Вчера такие персики... Вчера такие перчики классные купила. Прям посмотрите. Уверена, что они очень сладкие. Морковка. Перчик. Что у нас тут еще нужно? Вот у меня замороженные овощи. Микс. Вот сейчас как раз вот это вот потушу. Так, сколько нам лёд-то хоть варится? Варится это 12-15 минут. Будем варить. Маргоша вернулась. Как сходила? Нормально. Понравилось? Нет. Не холодно было? Не, а жарко. Все съела? Жарко. Не была голодная? Нет. Я вот бутербродики съела. Ты все доела или нет? Нет. Надо вытащить сразу, потому что не испортилось. Сколько человек было? Много, очень много. А там со всех классов, да, были? Да. А, все вместе? Все. Маргарита познакомилась с двумя девочками русскими? Русскими. Нет. Одна девочка русская, другая не русская. Алиса? Алиса русская. Еще мальчик один русский тоже есть. Папа, смотри, я уже столько написала, и столько неправильно. У меня пятерка. У меня, я на уровне 93.
А когда вместо Кару? Каролины нет дома вообще-то. Потому что только Каролина сюда пришла. Ему нравится. Ты за птичками следишь, да? Ну, он наблюдает, лежит. Птички туда-сюда, туда-сюда. А что я и боюсь потом, вот так вот он выйдет на улицу, птичку увидит, а за птичкой побежит, и все. Ну и вкусненькие. Макс уже поел. Вместо бабушки сидит он. Бонни. А Каролина? Каролина у подружки. Сейчас пойдет. Вообще-то она должна была в 6 прийти, а уже 6:15. Мы ходим, ищем кота. Макс проходит. Макс проходит мимо пальмы и видит вот эту картину. Здрасте. Вам хорошо? У вас все точно? Ну спите, ладно. Спите, спите. Спите, спите. Он представляет, наверное, что он на пляже лежит под пальмой. Светит солнышко, греет пузико. Замечательно вообще. Молодец. Вот так надо отдыхать. Готово? Будем сейчас лечить Ксюшу. У нее очень сильно ногти врастают на ногах. Какой у тебя болит? Вот этот? Тот и тот. С какой стороны? Справа, слева? Левой у тебя. Я же тебе только недавно срезала. Болит. А что цвет не выключаешь? Или спать не собираешься? Я себе вот думаю, пойти ногти что ли сделать. Сейчас. А то хожу как это, видите, пиздой. Нету. Что-то себе платье больше не нашла? Мама, не искала? Они... Смотри, раскупили эти, которые мы хотели. Раскупили? Что, нет номера твоего? То есть они все раскупили? Вообще все? Наверное, все к балу готовятся? Эти же вот это скупили, вот это. И это, которое мне понравилось. Вот это вот платье, которое я показывала, такое длинное это. С разрезом на ноге. Да, вот это вот. Вот этого больше нет. Но ты его не убирай, потому что иногда бывает возвращают. Может быть, возвратят, потому что я иногда тоже отмечаю одежду, потом написано, что уже скупили. Я ее не удаляю, оставляю, и потом через какое-то время она опять появляется, потому что люди заказывают, им там что-то не нравится, они возвращают обратно. Вот, оставь, может быть, еще кто-то вернет. А еще какие платья остались? Те, которые ты выбирала, остались? Да я же удалила. Смотри, только вот это осталось. А вы давайте отдыхайте. Давай спать, ты сегодня долго гуляла. Да, Ванюшкин, давай, укладывайтесь спать. Ксюнь, ты тоже давай укладывайся. Слышь, болят пальчики? Порезали мои ноготочки, растают очень сильно. Буквально через каждые 2 недели мы ей подстригаем. Очень сильно врастают. Где там наш Рики-Рики? Рикусик, ты где? Вот он вылазит. И Филька сразу слышит. Рикусик, выходи. Мы тебя давно не видели. Пойдем погуляем. У тебя тут покушать есть. Ну-ка, не лезь сюда. Не лезь. Нельзя тебе. Не лезь. Сразу какой шустрый. Бери, мой золотой. Не стесняйся. Бери, не стесняйся. Ну, мой хороший. Вот так. Аккуратненько он так берет. Иди, сказала. Наблюдай. Наблюдай со стороны. Ладно? Все. Угомонись. Привет. Привет. Тебя давно ребята не видели. Давай, выходи. Поздоровайся. Уже соскучились по тебе. Пойдем, красавец. Я его в руки сейчас брать не буду, потому что тут рядом кот. Он учует запах, меня может опять укусить, как в прошлый раз. Поэтому он напуган, может быть. Может испугаться.
Ты так идешь потихоньку, как будто вечность не выходил. Привет, иди сюда. Ку-ку, мы тут. Убрали мы ему гамак, потому что он его грызет. Сколько раз его Ксюша перевязывала, он перегрызает веревку. Ладно, буду его закрывать, чтобы Филька не залез. А то Филька шустрый, быстренько туда нырнет. Ксюш, давайте отдыхать уже. Ксюша, давай отдыхать. Ну что, я готова. Хотя бы постараюсь эту руку только сделать. Где мои насадочки? Готовы. Теперь буду снимать вот это покрытие. Всегда сделала ногти, но не покрасила. Времени мне не хватило. Время уже почти 2 часа ночи, поэтому буду собираться спать. Влог буду монтировать завтра. Всем пока, спокойной ночи и до завтра.